Здравствуйте! Сегодня четверг, 1 апреля 2021 года. В Израиле Песах. И мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион, Тель-Авив, Израиль. И на сегодня запланированы рейсы. Киев, Украина. Москва, Россия. Ларнака, Кипр. Стамбул, Турция. Париж, Франция. Лондон, Англия. Батуми, Грузия. Лондон, Англия. Ташкент, Узбекистан. Рамон, Эйлат. Кишинев, Молдавия. Маи, Сейшельские острова. Мюнхен, Германия. Рамон, Эйлат. Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Стамбул, Турция. Базель, Швейцария. Рамон, Эйлат. Ларнака, Кипр. Женева, Швейцария. Вена, Австрия. Ларнака, Кипр. Рамон, Эйлат. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Лондон, аэропорт Лутон, Англия. Рамон, Эйлат. Лондон, Англия. Рамон, Эйлат. София, Болгария. Ньюарк, второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Минск, Беларусь. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Торонто, Канада. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки. Аддис-Абаба, Эфиопия. Франкфурт, Германия. Стамбул, Турция. Франкфурт, Германия. Стамбул, Турция. Киев, Украина. Ларнака, Кипр. Лондон, Англия. Батуми, Грузия. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Афины, Греция. Рамон, Эйлат. Цюрих, Швейцария. Рамон, Эйлат. Париж, Франция. И Ларнака, Кипр. Всего на ближайшие сутки запланировано 65 перелетов. Из них за границу будет осуществляться рейсы по 24 направлениям. Это направления Киев, Москва, Ларнака, Стамбул, Париж, Лондон, Батуми, Ташкент, Кишинев, Маги, Мюнхен, Нью-Йорк, Базель, Женева, Вена, Дубай, София, Минск, Торонто, Сан-Франциско, Аддис-Абаба, Франкфурт, Афины и Цюрих. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи на моем канале.